Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня рассмотрим дрель Ryobi EID600RS. 600-ваттная дрель с самозажимным 13-миллиметровым патроном. Дрель ударная, то есть можно сверлить без удара, либо с ударом. Дрель оснащена реверсом. Также кнопка оснащена регулятором оборотов и фиксацией. Помимо этого, в дрель встроен индикатор сети. То есть, как только дрель включается в сеть, мы видим загоревшуюся лампочку. В принципе, много кто скажет, бесполезная хрень, но тем не менее, если переломается провод, то вот этот индикатор очень хорошо вам это покажет. А провода здесь не ахти. Вот. Ну, дрель, естественно, я думаю, все заметили, что прорезиненная. В руку, в принципе, неплохо лежит, но... Если с 13RE сравнивать с Bosch, то как бы похуже лежит. Ну и до потрохов. Ну и будем скрывать. Так, ну в принципе обычная дрель. Ничего сильно выдающегося здесь не вижу. Мощность, ну в принципе, я думаю, написали реальную. Якорь не маленький. Щетки в этой дрели идут 5 на 10 размер. Без проводков, без пружинок, без ничего. Статор очень на бошевский похож. Тоже у нас на быстросъемных соединениях. Таких же, как в Боше. Кнопочка, ну, в принципе, опять же, обычная. Ничего тут сильно выдающегося не вижу. Ну и вот как выглядит наша индикация сети. Вал, на котором стоит шестеренка, у нас стоит на подшипнике. Плюс. Значит, под пластиной ударной вот этой находится тоже подшипник. Но, несомненно, это тоже плюс. Однако в этом есть и минус. Не вижу ни одного технического отверстия или какого-нибудь приспособления для легкой замены этого подшипника. Но, в принципе, в таком месте подшипник бить, может, и тяжело будет. Ротор тоже на двух подшипниках. Ну, как бы, в принципе, нормальная дрелька. Вот. Ну и собираем. Взяли наш ротор. Будем ставить на место. Не забываем про резиночку. Вот так. Ну и не забываем про переключатель удара. Естественно. После того, как собрали, не забываем поставить на место пружинки. Зажать щетки. Потому что соберете, а дрель работать не будет. Еще раз крутанули. И уже после того, как убедились, что все крутится и все проводки заведены как надо. Вот. После этого накрываем корпусом. Ну и скручиваем. Ну вот, дрело собрал. Ну и чтобы доказать, что я ничего не доломал. В другую сторону. Все работает. Ну что могу сказать по дрели? Ну в принципе обычная бытовая дрель. Для работы такой не советую. Для дома в принципе сгодится. Ну в плане ремонта немножко неудобная конструкция. Сделано нормально. Забыл еще сказать. С такой дрелью идет чемодан. Такой. И фирмовая ручка Ryobi. Такая. Даже с выбитой надписью. Ну, а я надеюсь, что видео было полезным. Поэтому подписываемся на мой канал, делимся видео. Ну и хватит.